хочешь купить топовые игры, но не знаешь где? Тогда заходи в магазин Fine Shop. Здесь ты можешь найти аккаунты Origin, Uplay, Steam, гифты, ключи Steam и многое другое. И все это по очень низкой цене. Ссылочка будет в описании. Всем привет, с вами Игрёк, и, как вы знаете, сейчас очень жестко форсятся игры жанра Battle Royale, то есть почти все знаменитые компании, ну и не очень, делают различные пародии, что ли, на PUBG, Fortnite, ну, в общем, на все первые Battle Royale, которые появились. Ну и вот, значит, появилась игрушка под названием Totally Accurate Battlegrounds. Она себя представляет, как видите, какую-то пластилиновую войнушку. Ну, чистая игра для угара, я вам отвечаю. Правда, сейчас я вот в нее пробовал поиграть сегодня, она вот, как видите, вышла сегодня. Я в нее пробовал поиграть, но игру я так начать не смог, так как я понимаю, то, что то ли сервера у них там какие-то проблемы, то ли игроков мало, в общем, не знаю. Но я думаю, игруха чисто для угара вообще пойдет просто топ. Там можно играть как и в соло, так и с друзьями. Ну, в общем, как обычные батл рояли. Значит, прикол в том, что она сейчас бесплатная, но раздается она в течение 100 часов, то есть вы сможете получить игру до воскресенья, если не ошибаюсь. Все, что нужно сделать, найти эту игру, либо перейти по ссылочке в описании и нажать просто установить игру. По отзывам игра уже, смотрите, набрала довольно-таки большое количество отзывов, и почти все они положительные, даже не очень, даже не почти, а все положительные. Там единицы отрицательных отзывов, то есть уделить время, думаю, этой игрушке стоит, чисто посмотреть, что да как. Правда, там еще, конечно, есть проблемы с оптимизацией, ну, лично, по крайней мере, на моем ПК, вот, системные требования, как здесь, в принципе, видите. Вот, и также вот еще есть одна игрушка, тоже Battle Royale, не знаю почему, игры выходят просто пачками, как видите, это вышло вчера. Если вы знаете игру Paladins, ну, аналог Overwatch, только бесплатная, ну, и вот здесь тоже они выпустили какой-то свой Battle Royale, тоже смотрел. В принципе, я в паладинов играл, игрушка прикольная, и сюда перенесли почти все, грубо говоря, с нее, если можно так сказать. То есть там есть не просто батл рояль, а есть спеллы, то есть разные классы персонажей. Есть танки, инженеры, там какие-то хищники. Ну, в общем, если вам будет интересно, тоже заходите и нажимаете играть. В принципе, эта игра навсегда будет, всегда будет бесплатная, поэтому можете в любое время ее найти и скачать. Ну, а это, как я сказал, первые 100 часов будет раздаваться бесплатно, поэтому обязательно ее возьмите. Я думаю, она займет какое-то свое место в игровой индустрии, так сказать. И онлайн игроков, в принципе, я думаю, может быть там нормальный даже. Ну, посмотрим, в общем. Ну, вот такие вот новостейки, значит, скоро будет видосик по дешевым карточкам. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. С вами был Игорёк, всем пока!